Ни для кого не секрет, что сдача квартиры в наем была и остается хорошим подспорьем для тех, кто желает иметь дополнительный заработок. Однако находятся такие владельцы квадратных метров, которые не знают или забывают о том, что, получая доход от своего квартиранта, они должны заплатить подоходный налог в фиксированных суммах. Для того, чтобы физическим лицам осуществлять деятельность по сдаче в наем, аренду жилых и нежилых помещений, им необходимо заключить договор и зарегистрировать его в исполнительном и распорядительном органе. Договор найма регистрируется и сразу же уплачивается подоходный налог в фиксированных суммах. Ставка подоходного налога по городу Бресту составляет 183 тысячи белорусских рублей. Ставки устанавливают городские и областные советы депутатов. Тем, кто избрал в качестве заработка сдачу квартиры, следует обратить внимание на один важный нюанс. Если сумма дохода, полученного в течение этого года, превысит рубеж в 37 835 тысяч рублей, квартироздатчик обязан не позднее 1 марта следующего года предоставить декларацию по подоходному налогу в налоговую инспекцию. Плюс ко всему, не позднее 15 мая 2015 года произвести доплату все того же подоходного налога. Уплатить подоходный налог можно одним из следующих способов – за весь календарный год вперед, либо за каждый месяц, в котором осуществляется сдача аренды данного жилого либо нежилого помещения, но не позднее 1 числа каждого месяца, за который уплачивается этот подоходный налог. В инспекции по Московскому району города Бреста на учете состоит более 2000 физических лиц, которые уплачивают подоходный налог в фиксированных суммах, и ими уплачено в бюджет свыше 2,5 миллиардов рублей. Тех, кто проигнорирует букву закона, ждет наказание в виде штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы налога, но не менее 5 базовых величин. Кроме того, с горя квартироздатчиков в полном размере будет взыскана неуплаченная сумма налога.